Всем добрый день! Плавно из распаковщицы я перешла в цирюльницу. Потому что, мои дорогие, вы мне задаете очень часто практически один и тот же вопрос. Роза, могли бы сделать видео, как вы укладываете волосы и какими продуктами пользуетесь? Или же снимите вашу прическу со всех сторон, как у вас уложены волосы. И таких подобных вопросов очень-очень много. Поэтому сегодня я хочу снять видео, потому что я обещала, что это сделаю. Как я это делаю? Все очень просто. Во-первых, я ничем особенным не пользуюсь. Я покупаю для укладки, но пользуюсь этим тоже редко. Это пенка от этой фирмы. Или же беру лак от этой фирмы. Есть еще другая, я уже показывала, у меня есть одно видео. Но на сегодняшний день лака этого нет. Обычно я беру 5+, не знаю, почему у меня оказалась пятерка. Пятерка тоже держит очень хорошо. Или же есть от этой фирмы вот такая пудра. Это бомба. Вот это я заказывала в Amazon. Дорого. Но, как я уже сказала, бомба. Это я покупала в Росмане. Мне нужна всего лишь навсего вот такая обыкновенная расческа. Ничего особенного я не беру. Ну и вдруг, если где-то какие-то залысинки, то вот этим вот острием я просто немножечко выравниваю. Зеркало, фен. Ну и я. Да помогут мне парикмахеры, но я хотела, знаете, что еще сказать. Дело в том, что я сейчас вам покажу, как я укладываю и какая у меня стрижка. Но это не значит, что если вы пойдете к парикмахеру, подстрижетесь, и вас уложат, и вы будете точно так же выглядеть, ни в коем случае. Потому что структура волос у всех разная. У кого-то тоненький волос, у кого-то он толстый, у кого-то реденький, у кого-то густой. И немалую роль играет форма головы, череп. Тоже по-разному будет волос лежать. Как называется моя прическа, я тоже сказать не могу. Я просто вот говорю, как я хочу, чтобы у меня была стрижка. И меня стригут. Видео или фото. Вы можете мое показывать парикмахеру. Проблем никаких нет. Я не комплексую. Ну, а сейчас приступим делать меня красавицу. Голову я уже помыла. Снимаю полотенце. Зачесываю волос для начала вперед. Начинаю вот с этого места волос укладывать. Приподнимать. Все, волос я высушила, форму я ему придала. Теперь мне понадобится лак. Сегодня я пенкой не пользовалась. Я обычно пользуюсь, если уже он очень длинный волос. Теперь я начинаю его вот так укладывать. Да простят меня парикмахеры, потому что они начнут меня сейчас поправлять, что я делаю, конечно же. Практически или вообще все неправильно. Но я и никогда не была парикмахером. Я укладываю волосы так, как я укладываю, а вы мне попросили вам показать. Поэтому как могу, так и делаю. Сейчас лак должен немного подсохнуть. Как только лак подсох, ну это буквально, господи, так пару минут. Все, смотрю, где что мне еще нужно поправить. Так, смотрю сзади. Конечно, очень тяжело укладывать волос сзади. Пристроился. Надо тоже поправить. Все, я не знаю, там мне плохо видно. Здесь я тоже поправлю. И можно уже фиксировать. Но есть еще вот что. Как я вам сказала, бомба. Совсем чуть-чуть нужно. Знаете, как это делается? Смотрите, вот сюда вот. И вот сюда немножечко пудру посыпаю. Что эта пудра делает? Она сыпется к корням. И вот когда я насыпал на корни, она потом вот эту форму вот так и держит высоко. Волос не ложится, корни не падают. Если где-то волос вот так вот прилег, лежит, и вы ничего не можете сделать, я еще иногда делаю вот так. Ну, у меня все кустарно, быстренько. Так. Как началось? Это просто я сейчас разные варианты показываю. Возвращение 80-х. Ой, помолчите. Ну, в принципе, меня сейчас все устраивает. Теперь остается только это все зафиксировать лаком. Ну-ка, Сашенька. Ой, смотрите, у меня помощник есть. Видите, что здесь? Ну, конечно, я это делаю все сама. Руками немножечко прибираю, где что торчит, если. Мне на это уходит, ну, не больше 10 минут. Просто сейчас мы видео снимаем, поэтому времени, конечно, уходит немножко побольше. Здесь также пальцами приглаживаю, как мне нужно. Вот смотрите, допустим, да? И вот так. Закрепляю. Завтра, в принципе, прическа у меня будет та же самая. Продукт очень хороший, и она даже после сна у меня практически не ломается никогда.
Потому что я стараюсь голову мыть через день. Ну все. Здесь щелочку тоже. Сами, как нравится. Вот так ее раз-раз-раз. Уложили. Очки, чтобы мне было хорошо видно. И готово. Вот и все, девочки. Я причесана, прибрана. У нас сегодня день города. Пойдем гулять, Сашуль, да? Возьмем внучечек и на прогулочку. Дорогие друзья, кто еще не подписался, обязательно подпишитесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, задавайте ваши вопросы. Чем могу, помогу, отвечу, покажу. А на сегодня все. Целую вас всех, до новой встречи, пока!